Итак, вы решили всерьез заняться своим репродуктивным здоровьем и начали изучать различные методы контрацепции? Замечательно. Чтобы жить здоровой и полноценной жизнью, важно принять четкое и обоснованное решение о том, какое средство контрацепции подходит вам лучше всего. Начнем с ВМС. Вы когда-нибудь слышали об этом методе контрацепции? ВМС означает внутриматочная спираль. Это небольшое Т-образное приспособление длиной около 3 см, которое вводится в полость матки. ВМС представляет собой долгосрочный, эффективный, безопасный и обратимый метод контрацепции. Эффективность данного метода превышает 99%. Спираль устанавливается на срок от 3 до 12 лет, в зависимости от используемой марки. Существует два типа ВМС – гормональные и негормональные. Silverline – это негормональная медная ВМС с небольшим гибким Т-образным корпусом и медной проволокой, намотанной на вертикальный стержень. Внутри медной проволоки проходит серебряная жила, что позволяет усилить противозачаточные свойства спирали. Эллория представляет собой гормональную внутриматочную спираль с пластиковым каркасом и резервуаром, из которого в полость матки ежедневно поступает микродоза левонаргистрела. Гормон ЛНГ также используется в ряде других методов контрацепции. Но как работает ВМС? Это целая наука. Гормональные ВМС высвобождают гормоны, в результате чего цервикальная слизь становится более густой. Это предотвращает попадание сперматозоидов в яйцеклетку и ее оплодотворение. Негормональная, медная ВМС, повреждает сперматозоиды и блокирует их движение, тем самым снижая вероятность оплодотворения яйцеклетки. Медная ВМС также может использоваться в целях экстренной контрацепции, если ее ввести в течение 120 часов после незащищенного полового акта. Если вы до сих пор не уверены, какая ВМС подойдет вам лучше всего, мы подготовили для вас краткий сравнительный анализ, который поможет принять вам решение.